Привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня мы будем открывать посылочку. Эту посылочку мы заказали на Алиэкспресс. Там необычные попы. Зарина, мне не терпится уже открыть эту необычную попу. Вау! Купи! Да. Давай дальше открывай. Это, по-моему, игра какая-то. Она вот тут открывается. А, да? Да. А зачем мы пылились? Ой. Попы, ты правда оказался необычным, потому что это игра, попы. Тогда давай поиграем. Давай. Правила игры такие. У нас есть два кубика. Мы их кидаем. И сколько тут точечек, столько и попытерек мы должны начать. Начинаем с этой полосы. Арина, у тебя попалось 8. 8. 5 плюс 3, 8. Нажимай 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто быстрее заполнит свое поле, тот нажимает на большую пупырку. Кто быстрее нажмет вот эти три больших пупырки, тот и выиграл. Так, все просто. А теперь начнем. Да. Итак, мы решаем, кто первый будет бросать кубики. Суефа. Суефа. Я первая. Итак. Арина, бросай. Бросаю. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь я. 4 и 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь я. 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Теперь ты. Хоть бы 6 и 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, я первая. 3. 1, 2, 3. Я теперь. 6 плюс 5 будет 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь ты. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь я. Мне выпало 5 и 4. Будет 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. 4. 2, 3, 4. Итак, мне выпало 5. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, у тебя здесь 6. Почему на 2 больше попытерки? Это нечестно. Давай, возвращаем. Теперь я. Все надо по-честному. Мне выпало 3. 1, 2, 3. Так, теперь я. 4. 1, 2, 3, 4. Опять 3. 1, 2, 3. Мне выпало 5. 1, 2, 3, 4, 5. Марина, 1 пупырка осталась. Так, 4, 8. 2, 2, 2. 8. Так. Мне выпало. Это еще не конец. Раунд 2. Зарина, что-то скучно. Давай разнообразим игру. Давай. А как? Зарина, слушай. Кто быстрее нажмет одной рукой все пупырки, тот нажимает большую пупырку. Угу. Итак, игроки готовы? Да. Фальстарт. Арина, 2 пупырки верни назад. На старт. Внимание. Еще раз скажу правила, нельзя двумя руками, только одной рукой. Кто быстрее нажмет все пупытерки на своем поле, тот и нажимает большую пупытерку. На старт, внимание, марш! Так, Арина пока нет, опережает Зарину, но Зарина старается. Используйте все 5 пальцев. Не 3, не стесняйтесь. Я первая. Арина побеждает. Зарина!
и нажимает пупытерку. Нажато, да? Все. Третий раунд делаем то же самое, но двумя руками. Игроки приготовились? Да. Последний раунд двумя руками. Вижу фалстарт, Арина, нарушаешь правила. Опять? Сейчас будешь дисквалифицирована, и одна пупытерка поднимется вверх. На старт, внимание. Марш! Я первая. Зарина первая, нажимай пупытерку одну. Но в итоге... Арина победила. Арина победила? Да. Победил тот, у кого все пупытерки закрыты. Точно? Да, так что еще один раунд. Выбирайте, какую будете игру играть четвертый раунд. В четвертом раунде победит тот, кто заполнит все пупытерки одним пальцем. Игроки приготовились? Да. На старт, внимание, марш! Палец болит. Одной рукой, это очень сложно. Пальцем. Одним пальцем. И я опять. В четвертом раунде побеждает Зарина. И она нажимает свою вторую пупытерку, да? И у нас остается две пупытерки, да, на главном поле? Да. То есть пятый раунд решит, кто же все-таки будет победитель этой игры, да? Да. Последний раунд определит удачу, то есть наши кубики. Кто первый будет ходить, решаем на суефа. Суефа. Сначала ножницы. Давай заново. Суефа. Суефа. Я первая. Опять ты. Итак, я кидаю, и мне попалось 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь я кидаю. Мне попалось 8 тоже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, я кидаю, и мне попалось 2. 1, 2, 1, 2. Теперь я кидаю, и мне попалось 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. И мне выпало 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, теперь я кидаю, и мне выпало 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, я кидаю, и мне попалось 5, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь я кидаю. И мне попалось 4. 2, 2, 4. Ой. Итак, теперь я кидаю, и мне попалось 3 плюс 2, 5. Блока. Тебе было 2. Ладно. Мухлюешь. Мухлю ее. Ну, хорошо. 4. 2, 4. Итак, 6 и 5, у меня попалось 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 и 6. Это 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, теперь я кидаю, и у меня будет 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь ты. Так. Осталось 4, совсем чуть-чуть. Давайте. 2, 4. Ускоряемся. Так. Мне попало 2 и 6. 2. 2 и 6 будет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 3. Мне выпало 6. 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь я. Мне попалось 2. Тоже выиграет. Да, мне попалось 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я выиграла. Это действительно классная игра. А главное, здесь можно придумать свои мини-игры. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!